Yes. Yes. Фу. Как же это было сложно. Как я долго собирал такую имбу. Кто бы мог подумать, что его остановит именно яд. Как могло обычное творение одолеть своего создателя? Может, ты просто сдерживаешься? Может, в глубине души ты хочешь больше узнать о людях и этом мире? Ерунда! Все мои бесплатные усилия, направленные на побег из этого заброшенного места. Вот в этом ты и ошибаешься. Изменение кошмаров не пустынно. Кошмары рассказывают людям, чего они на самом деле хотят в жизни. Они напоминают нам о том, что мы ценим сильнее всего, и предупреждают о возможных опасностях. Страх перед кошмарами готовит нас к тому, что может произойти в реальной жизни. Значит, все не впустую. Мир, за который я наблюдаю целую вечность. Верта, спасибо, что остаешься здесь. Спасибо за наблюдение за нашими снами. Я понимаю. Так значит, вот что. Я искал всю свою жизнь. Спокойной ночи, Элли. Неужели мы сделали это? Ура! Но какая же это была жесть. Корона тьмы потерпела поражение. Измерению больше не грозят кошмары. Ведьмы вернулись в свою деревню и теперь... Ой, как же это быстро. Придется вам это самим читать. Не поверь, не могу. Я прошел всю игру. Ура! Ну а теперь наслаждаемся титрами.
Это победа. Что ж, это было весьма круто. Полное прохождение вам не понравилось, но я думаю, хотя бы это я любому выложу, и вы увидите концовку этой игры. Это, можно сказать, мой подарок тем, кто, ну, кому полюбилась игра, пусть и вас очень мало. А так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи и всем пока!